Тем временем в Ханты-Мансийске экстремалы готовятся к заплыву на открытой воде. X-Water с Югра состоится уже 16 июля. Покорять Иртыш будут больше 160 человек. На выбор они проплывут три дистанции – 2, 6 и 10 километров. Напомню, по реке проходит судоходная линия. В день старта она будет полностью остановлена. За безопасностью участников будут следить медики, спасатели и сотрудники ГИМС. На следующий день после X-Water на старт выйдет московская группа пловцов. Они преодолеют 54 километра. Спортсмены охватят не только Иртыш, но и Обь. Кроме того, это будет благотворительная акция. Во время заплыва начнется денежный сбор. У нас уникальная команда с громким названием «Главпсихплав». Для них это не первый опыт. Вот ребята буквально недавно плыли в Тверской области, там 30 километров подготовку, да, скажем так, предварительную к нашему заплыву. Ребята открывают в том регионе, в котором они плывут, открывают сбор средств на поддержку, точечно выбирает ребенка.